Всем привет, на связи Пропиборг. Сегодня на канале вышел рейтинг скинов Осьминога Дуба. И прямо сейчас я решил продолжить рубрику. В этом выпуске будет лик-птица. Ее скины не слишком примечательны, но составить свой топ я смог. Начнем. На шестом месте шпоры роста. Думаю, тут в пояснениях не особо нуждается. Ах, какая же Амелия прекрасная. И еще у нее очаровательные пяточки. На пятом месте розовые очки, тоже не особо красит лек-птицу, но тут ситуация получше. На четвертом месте всевидящее брюхо, скин уже лучше, но сам по себе глаз жутковатый. На третьем месте пластырь силы, в целом, хорошо, но могло быть лучше. Следующие два скина будут по-настоящему хорошие. На втором месте ожерелье караклуба, это самое ожерелье ей очень идет, мне понравилось. На первом месте праздничный колпак, самый яркий скин из всех, вышло очень даже позитивно и жизнерадостно. На этом все, если вы хотите рейтинг скинов какого-то монстра, то я либо рано или поздно его сделаю, если скинов у монстра не менее 3, либо не сделаю, если скинов у него меньше 3. Всем пока!